Привет, мои хорошие! Привет, дорогие друзья! Ребят, скачал новую игрушку, которая называется «Хроники Хаоса». Смотрите, вот этот вот парень любит золото, и он его постоянно ищет. Но, ребят, у него куча тут проблем. Смотрите, если я открою вот эту вот штучку, в него стрелы полетят. Если я открою вот эту вот, то лава завалит золото. Ребят, давайте попробуем вот эту вот штуку. А, смотрите. Офигеть! А если я вниз... Ничего, а ну если это... Гейм-овер, ребят, вы поняли? А как же? Так. Опа! Ха, вы поняли, можно поменять местами персонажа и бочонок. Есть, ребят, он схватил свой меч. Вау, интересно. Так, друзья мои, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Давайте поставим пальчик вверх. Сегодня будет обзорчик веселых и классных игр. Так, ну что, поехали? Поехали, следующий левел. Или нет, еще здесь? А ну, надо научиться. Научиться играть, ребят. Смотрите, победа, золото, мечи, всякая штука. Смотрите, демоны заполонили Доминион и расставили опасные ловушки. И придется вступить с ними в открытый бой. Офигеть. Враги, ого. Сложность, я могу выбирать сложность? Не, просто. Хорошо. Так, ребят, погнали. О, сейчас будем... драться с врагами. Хроники Хаоса. Ого! Это слуги демона Маракса. Вот это наш враг. Давай, вали, чувак. Есть, ребят, одного победили. Ого, их тут двое. Паладин Аврора отправился первой. Она может быть в опасности. Давай, чувак, давай. Ты ж сам, да, лупишь тут? Красавчик, смотрите, ребят. Ого! Кто пытается помешать моим планам? Астарот, остановить преследователей. Астарот, нет, тебя заколдовали. Ух ты, ребят. Используй суперудар, чтобы разрушить чары. Давай. Ого. Где Аврора? А, мы не смогли ей помочь. О, нам как это не спасти Аврору? Нам надо спасти Аврору, ребят. Ты получаешь нового героя, Астарот. Ух ты, супер. Классная игрулечка, ребят, мне очень нравится. Смотрите, у нас второй уровень. Бежим, нам нужно найти мою возлюбленную Аврору. Так, начать, ребят. Сейчас будет войнушка. Ух ты, нас теперь двое, ребят. Демоны со всего света встали на сторону зла. Ого. Лупашим, ребят, лупашим их. Есть, нормально. А, вот сверху показано, сколько будет этих челов. Так, суперспособность, давай. Yeah. Вы видели, ребят? Тыдыщ. Так, давай проверим моего друга. Суперспособность моего дружбана. Стальные небеса. Класс, ребят. Это было невероятно круто. Мы получаем бонус. О, ва-ва-ва. Вот это мне нравится, ребят. Так, смотрите. Меня может затопить водой. А мне надо что? Мне надо получить... О! А ну. Открывайся. Слушай. О! Стой, стой, веревка, ну. Так давай, чувак. Так, ребят, смотрите, я прыгаю сюда. Я делаю вот так. И, а как мне вот эту вот штуку? Есть. Есть, ребят. У-ху! Вперед! Класс, ребят. Ух, игрушка суперская. Хроники Хаоса, это вам не цацки-пецки. У меня уже какой уровень вон? Хо-хо-хо. Конечно, начать сражение. Это мне нравится. I like it. Ух, смотрите. Это близко, не расслабляться. Так, ребят, у нас будет три мощных волны. Давай, лупашим. Ребят, лупашьте друг друга. Тыщ-тыщ. Стальные небеса. Ты дыщ. Раз, ты дыщ. О, смотрите, пламенный. Это что, защита, да? Да, у нас огненная защита, ребят. Стальные небеса. Yes. Во как надо, во как надо убить. Так, ух ты, открывай сундук, чтобы получить новых героев и камни душ. Класс. Ух ты, героический сундук и твоя награда Тея. Ух ты, супер девчонка, ребят. Страж, я призываю тебя, мы должны спасти Аврору, ведь только вместе мы сможем победить ее. Ва-ва-ва. Я Тея, целительница древней рощи. Ты звал, и я пришла. Во имя света, я помогу тебе найти Аврору. Вау, ребят, компания. Мы начинаем наш долгий путь. У-ху! Я чувствую, близится сражение света и тьмы.
Аврора слабеет. Да, ребят, очень круто. Мы должны победить. Классно, еще не было ни разу рекламы. Мне это нравится. Так, Тея, а ну давай, покажи, на что способна. Этому рогатому надаем быстренько под жопу. Так, ребят, что нам может продемонстрировать Тея? Давайте посмотрим. Святилище солнца. Ух ты. Огненная защита. Воу-воу-воу-воу. Получите. И сейчас будут яйца. Стальные яйца, ребят. Стальные яйца. Тыдыщ. Галахад. Аврора, очнись. Стой, Галахад. Темный механизм сковал Аврору. Галахад, не подходи. Чтобы освободить ее, мы должны найти все ключи. Подожди, я вернусь. Мы одолеем зло вместе. Так, ребят, я так понял, что мы ее не спасли. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, стоянка торговцев. Полные обзоры заморских товаров, брошенных без присмотра. Ух ты, интересненько. Интересно, интересно, ребят. Ту-ду. Опа, это войнухи, ребят. Войнуха, слуги Денома повсюду. Да я вижу. Смотрите, какой жирный кабан. Так, дайте мне стальные небеса. Все нормально. Огненная защита. Огненная защита. Валим. Так, ты дышь. Ребят, сейчас будут стальные яйца. Уа! Стальные... О, Маракс. Маракс, ты ответишь за свои преступления. А мы спасем Аврору и их всех. Стальные небеса! Смотри, смотри. Да вообще, рогатым хамбец. Просто хамбец приходит. У нас супер команда, ребят. Супер команда. Погнали, погнали вперед. За родину. Опача. Городские ворота. Ну давай, давай, ребят. Устроим им хаос. Иди сюда. Время стражи на исходе. Вам не догнать меня. Слышишь, ты рогатый, на тебе просто сейчас будут ласты, понял? Надо поторопиться. Бегом, бегом, пацаны, бегом. Валите этих чертов рогатых, давай. Ух, какие, ух, какие. Стальные яйца. Где вы яйца? Яйца. Ха-ха-ха. Ну, теперь вы отгребете от Теи. Давай, Тея. Молодец. Ес. Осталось последнего сразить. Да срази, срази. Так, ребят. Ух ты, елки-палки. Давай, стальные яйца, быстрее. Стальные яйца. Обалдеть, прикольная игра. Классная. Хроники хаоса. Вот это мне нравится, ребят. Вот это классная игра. Поистине четкая. Так, а что мы закрываем? Так, герои. Так, смотрим. Галахад. Я играю за вот этого парня. Есть у меня Астарот, Тея и Джинджер. Джинджер. Что тут надо модернизировать? Надеть все. Ого, ого. Ранг, повысить ранг. Давайте, давайте. О, крутой. Мощь 457. Я освоил новое умение. Повышай ранги, стражи, для открытия новых умений. Давай. Пока есть возможность. Давай, давай, чувак, давай. Ого, повысить ранг. Смотрите, так у меня тут вообще тут жесть жестяная. Да я вообще сейчас своих бойцов могу наклепать такими сильными. О, все. Ладно, ладно. Принять и продолжить. Мы регулярно совершаем нашу политику. Ой, ладно, отвалите. Принять и продолжить. Так, что у нас? А у нас еще есть возможность. Смотрите. У меня... Так, ладно. Так, хорошо. А у меня привлекло 0. Так, ладно, все, бабки, да? Купить 10 очков у меня, зачем? Ну ладно, пошли в компанию, ребят. Ду-ду-ду-ду-ду. Артефакты, усилить артефакты. Ладно. Смотрите, 11, 7, 10. Да они все крутые, ребят, они все крутые. Надеть все, чувак, давай. Повысить ранг, окей. Ага, спасибо, понял. Тогда закрываем. Тут у нас, а ну есть одеть что-нибудь. Надеть все. Ого, все порядок вроде бы. Нет, тут только забьюлики. Так, кто? А что такое, что у тебя тут, чувак? Повысить ранг. Ну, вот это что? Все, годится, ребят. Вроде бы очень все круто идет. Смотрите, наши бойцы, вот они. Герои, инвентарь, задания, новости, все есть. Компания, ребят, пойдемте в бой.
в бой, идем в бой. Короче, мы сейчас будем драться. Ту-ту-ту-ту-ту. Думал сделать, друзья мои, несколько игр сегодня, но, видать, не получится. У меня вот отличная игра Хроники Хаоса. Стражились источник камней душ для меня. Смерть паладина даст мне силу. Ты опоздал, Галахад. Тебе не запугать меня, Чувырла. Чувырла, тебе не запугать нашу команду. Вместе мы сила, а вы, рогатые, сейчас получите. А ты, улитка Боб, сейчас развалим твой панцирь. Ха-ха-ха! Стальные яйца! Все легко и просто, вы видели, как моя банда валит их? Просто невероятно круто. Ты дышь, ты дышь. Да, ребят, куда? Погнали в бой, у нас бой за боем идет. Давай мы этих чертов порежем, порвем на части. Ребят, ставьте лайки, забыл вам сказать. Ставьте лайки, игруля очень крутая. Давай, нам Аврору надо спасти, а вы туда разглагольствуете. Лазером по рогам ему. Ты дышь. Ого, этот жирный меня бесит, ребят. Стальные небеса. У-ху! Так. Ух ты, давай. Самые лучшие бойцы пришли, да? Ха-ха-ха, на тебе. Ух, ребят, мы валим нормально. Нормально. Опа, даже золотишко. Ух ты, героический сундук и твоя награда Фобос. Какой-то волшебник, по-моему. Так, ладно. Оп. Стоп, понял. Надеть все, чувак. Ух ты, Mortal Kombat, легендарный супергерой. Вау, прикольный чел. Брюлика у меня нету. Ладно, ребят, продолжим это сражение уже в следующей части. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал Talking Tom Movie. Пока-пока, друзья мои.